хотел бы сразу сказать, вот прямо сейчас к нам пришли гости на выставку, и один из замечательных искусствоведов, который очень много лет отдал Союзу художников, сказал такую фразу, которая очень точно определяет характер этой выставки. Она сказала: просто глаз отдыхает. Сказала Раиса Алексеевна. Раиса Алексеевна. Действительно, деление на живопись и графику, вот эта выставка, она совершенно четко дает понятие, что такое деление, оно совершенно бессмысленное и очень условное. Потому что пастель, она как бы относится к графике. На самом деле выставка очень живописная. Причем живописность не такая яркая и броская, а очень тонкая, очень гармоничная, очень действительно какая-то трогающая за душу. И я хочу сказать, что не каждая выставка, которая в этих стенах экспонируется, она имеет вот какой-то такой свой настоящий такой дух. И замечательно, что безусловно все художники, все авторы, они совершенно разные. Разные и творчески, разные по каким-то своим воззрениям, по своему какому-то внутреннему содержанию, но их объединяет одно, их объединяет вот такая какая-то необычная гармоничность. Во всех работах присутствует именно какая-то такая тихая, спокойная красота. Причем будь то пейзаж или натюрморт, или какие-то формальные, абстрактные вещи. Вот, видимо, сам материал, он дает возможность выразить эмоции как-то не просто сдержанно, а на каком-то очень высоком, таком культурном уровне. Эта выставка была организована стараниями Валентина Павловича Шлякова, человека не просто неординарного художника, но еще очень талантливого организатора. Я бы хотел предоставить ему слово. Действительно, выставка, я думаю, что все, кто ее посетят, безусловно, все просто будут настоящие посмотрим. Поняли, экспозицию убирали работы. Это самое главное, потому что очень хрупкий материал, очень нежные какие-то, так сказать, произведения. И нужно было сохранить вот эту легкость, мягкость и в экспозиции, потому что очень легко можно было превратить все это в кашу в непонятную. А тем более 24 автора нужно было каким-то образом все это гармонично друг другу подобрать. Что-то не вошло частично, что-то мы ждали, но нам не поступили работы от некоторых авторов. Там Милованов, Поп, не успел, там еще есть авторы, которые могли бы дополнить эту экспозицию, но, к сожалению, вот этих не было. Поэтому эта выставка, я думаю, и так мы задумывали ее, она первая краевая выставка пастели. Если все сложится благополучно на будущее, то, я думаю, будет вторая и третья. И если получится в перспективе, я буду заниматься рекламой другой. Я бы хотел, чтобы она стала региональной, чтобы мы застолбили за собой это право выиграть грант, сделать каталог. Тогда мы из других городов будем видеть авторов, которые работают в этой технике. А Сергей Евгеньевич сказал все очень правильно, потому что пастель – это и графика, и живопись. Больше живопись. Вот в Риге, допустим, называлась выставка «Пастельная живопись». Давно-давно на Селена Юрьевна эту выставку посмотрели. И я там заболел как раз пастелью, потому что там были абсолютно и портреты, и жанровые картины, и пейзажи. Но там была еще и масляная пастель. Здесь масляная пастель представлена только Лихацкой. Но масляная пастель это не сухая. Сухая классическая считается масляная. Поэтому очень хотелось бы, чтобы люди посмотрели, и я думаю, в перспективе нужно возрожать выставки акварели, рисунка, этюда, как это было раньше. Это очень интересно. Не делать такие смешанные выставки, можно делать, мы делаем отчетную в конце года, а вот эти выставочки персональные, между ними цеховые, они всегда очень интересны. Вот Олег Сергеевич правильно сказал, что у всех свои какие-то такие материалы один, а все по-разному появились. Так что все рассказал. Я хочу сказать, что еще одна замечательная идея, это идея
проведение действительно выставки, допустим, акварель. Да. Эти выставки дают возможность, может, не просто увидеть одну свою работу на большой отчетной выставке, а увидеть несколько работ рядом с работами своих коллег. Мне кажется, это дает гораздо больше пользы и какого-то, ну, самоощущения в выставочном пространстве. И я думаю, что это очень замечательная идея в том плане, что скоро конец года, и мы будем формировать планы выставок. И, конечно, лучше, если эти выставки заложить заранее, чтобы люди уже могли готовиться и знать, что к такому-то числу готовится красивая, серьезная и достойная выставка. Я бы хотел попросить Елену Юрьевну Худанову сказать несколько слов. Вы знаете, я хочу сказать, что пастель – это совершенно удивительный материал. В каком смысле удивительный? Он у нас знаковый, символический. И он, интерес к пастели возникает тогда, когда кажется, что вот что-то вот не то, рушится что-то. И человек начинает искать отдушину. Отдушина – такой камерный материал, потому что в такие периоды искусство, оно больше тяготеет к камерности. И в России пастель очень мало распространена. В Европе пастель – это 15-16 век, и уже совсем, так сказать, мощно, когда начинают закреплять ее, когда научились закреплять ее, это 17-18 век. Притом вот я в Ватикане, в музее Ватикана, видела портреты, которые меня вообще потрясли, потому что это рост, это двухметровые портреты, парадные. Пастелью писали на замше, ее специально дожорили. И, конечно, уникальность ее заключается в том, что она одновременно является материалом, как бы несущим свет и колорит, и в то же время это сухая, она ближе, она может быть фресковая, вот в эпоху классицизма она больше фресковая. И в то же время она очень такая подвижная, вы ее можете близко смотреть. И мне кажется, что вот всякий раз, когда мы говорим о пастели, то вот у нас возникает такая путаница, что пастель – это вспомогательный материал, другой мягкий материал, и серьезные какие-то работы в пастели делать нельзя. Это вообще тенденция совершенно противоположная тому, что принято в Европе. В Европе пастель никогда не относят к графике. В Европе пастель – это живопись. И именно как к живописи к ней отношение, то есть это и формат, это и размещение в залах, это и соответствующие, так сказать, эстетические программы и требования. И то, что у нас сейчас появляются пастельные пейзажи, пастельные портреты, я считаю, что это большой успех. В России пастелью занимались в начале 19 века, пушкинская эпоха, и мирозлюдство начала 20 века. Дальше в советское время пастель была переведена вот в этот вспомогательный материал. Так что в связи с тем, что мы уже в 21 веке, меняется мир, меняется Россия, меняется интерес к материалам. И я хочу сказать, что чем больше вы будете этой техникой заниматься, тем больше вы будете получать от нее удовольствие. Потому что великолепные пастели Этро, великолепные совершенно пастели Одели Круа, замечательный совершенно мастер, пастелист, это Дега. То есть вот вам, пожалуйста, возможности пастели. Поэтому я желаю художникам не зацикливаться на каком-то одном материале, а как бы сопрягать этот материал со своими душевными, эстетическими чувствами, с состоянием, которое требует выражения именно в этом материале. Поэтому всех, кто рискнул участвовать в этой выставке, я хочу поздравить и пожелать, чтобы вы дальше двигались, дальше работали. Это очень интересно. Он на самом деле не может сохраняться в таком виде, потому что вот эта выставка, она просто реально доказывает совершенную равноценность любых видов и жанров в искусстве. Ну и материал, соответственно, причем многие художники, работающие в живописи, делают замечательные пастели. Многие художники, работающие в других видах графики, вот просто поражают, насколько тонко, насколько красиво, насколько вот действительно гармонично.
считается, что сезон в культуре открывается осенью. И в художественной жизни, я не знаю, насколько это правда, здесь в жизни пипит всегда, но если следовать общим канонам культуры, то, наверное, следует сказать, что открытие сезона в изобразительном искусстве в художественной жизни Красноярского края удалось. Потому что выставка действительно потрясающая, выставка собирает всю коллекцию творчества, изыска, такой техники, как посты. Поэтому мы будем рады, если выставка будет посещать как можно больше жителей Красноярского края, жителей города Красноярска. И мы надеемся, что те ученики Валентина Павловича скоро взойдут на пьедестал и будут держать культуру Красноярского края так же, как Валентин Павлович и его коллеги. Спасибо большое. В государственных закупках для пополнения фондов музеев Красноярского края у нашего секретаря находится положение и анкета. И я думаю, что многие работы с этой выставки достойны были бы того, чтобы пополнить фонды музеев нашего замечательного края. Я хотел бы попросить Аллочку Николаевну Орлову. Из нас рискнули выставиться. Так вот, я хочу сказать огромное спасибо Валентину Павловичу